краевом центре прекращает работу крупная мусоровывозящая компания «Староежка». Она обслуживала четверть жилого фонда в Красноярске. На прошлой неделе фирма уведомила своих заказчиков, что с 8 ноября деятельность всех красноярских филиалов будет прекращена. Причиной называют нежелание собственников крупных полигонов работать с «Староежкой». В самой компании на вопросы об уходе пока не отвечают. Телефоны красноярского филиала молчат. А в головном офисе, который находится в Новокузнецке, заявили, что руководства нет на месте. Сейчас тут тоже я не могу вас это самое соединить, потому что руководители на выезде. Ну, я как могу вам говорить такую об этом ситуацию? Звоните завтра где-нибудь с утра. Несмотря на то, что значительная часть домов временно может остаться без вывоза мусора, причин для паники нет, уверяют в мэрии. Клиентов «Староежки» в ближайшее время распределят между остальными мусоровывозящими компаниями. Подобных организаций в городе сегодня около десятка. Для того, чтобы выбрать другую компанию, ТСЖ и управляющие компании должны заключить с подрядчиками новые договоры. При этом, по заверению конкурентов «Староежки», цена за эту услугу в платежках красноярцев останется неизменной. Примерно они у всех одинаковы, потому что, в общем-то, и логистика примерно одна, и расстояние удаления до объектов, стоимость примерно на рынке, она уже сложилась. На сегодняшний день, я же говорю, в городе порядка 10 компаний, которые занимаются данным вопросом. Мы с этими компаниями провели переговоры, они готовы подхватить. То есть здесь ничего страшного нет.